Друзья, здравствуйте. Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Великая Отечественная война – одно из главных событий в сознании россиян. Мы находимся в Комсомольском сквере, рядом с памятником воинам-освободителям. Эта воссозданная скульптура 50-х годов была установлена здесь благодаря инициативе старшего поколения и поддержке предпринимателей. Также в прошлом году, в преддверии 75-й годовщины Великой Отечественной войны, Юрий Ефимович Шаляпин подарил 16 квартир женщинам-ветеранам. Сегодня мы побываем в гостях у фронтовиков, которые уже отпраздновали свое новоселье. Иван Николаевич и Любовь Алексеевна Новокрещенных вместе уже 74 года. Встретились они после войны в селе Бичура. Он вернулся с фронта домой, она, молодой педагог, попала туда по распределению. Иван Николаевич родился в 1923 году. Среди мальчишек его возраста уцелело только 3%. Любовь Алексеевна родилась в 28-м году. Когда началась война, ей было 13 лет. Когда объявили, что началась война, и тут все люди, все вышли на улицу, и все кричат: «Война, война!» Кричали все. Взяли меня с Бичуры, там что-то. Приехал в эту в Иркутскую область, станция Мальта. С Мальты там получили что-то два месяца или что ли. И сразу на фронт прошел все, но был тяжело ранен, кость перебита была. Но пролежал в госпитале. Это уж я меня ранил 17 апреля 45 года, а в 45-м уже война кончилась. Иван Николаевич – бухгалтер, Любовь Алексеевна – заслуженный учитель Бурятской республики. Сегодня они ведут размеренный образ жизни и говорят, что жизнь прожили хорошую, длинную, интересную. У них 3 дочери, 7 внуков и 8 правнуков. Когда повезли в эшелон, когда они отступать начали, тут как раз у нас железнодорожная станция и шла нам на Москву железнодорожный путь. И их как раз везли, когда их когда побили, и их раненых всяких и какие пленные там все, их везли сюда, на Москву. И мы в них кидали свеклы. Убирали свеклу, как раз сахарная свекла как раз была. Вот, уже поздно было. А уже свекла уже замерзла, была уже крепкая. И мы бросали у них, когда их везли на открытых площадках, в вагонах. Немногие знают, что 9 мая, как праздничный день, Сталин отменил уже через 2 года после войны. Не было ни парада, ни цветов, ни салютов, ни поздравлений. Эта минута молчания длилась целых 18 лет, и только при Брежневе в 65-м году праздник восстановили. И страна заплакала фильмами, книгами, песнями и возложением цветов ко Дню Победы. Болотной тропой 19 шли, как кто-то им сказал, направо, в сугробах вязли. И вот нашли свою боевую заставу. Когда отдохнули немного, просил тревожным голосом кто-то: «Братва, а кто же 20-й был, оставшийся у пулемета?» Никто из них про это не знал, и хмуро молчали солдаты. И только один угрюмо сказал: он был коммунист, ребята. Ну, я сейчас точно-то и не помню, как было. Кричали все, много было, ой. Война сейчас прошла, война прошла. Закончилась война. В наши дни 9 мая начинается с парада, а заканчивается салютом. Это время ассоциируется с весной, бессмертным полком, временем, проведенным с семьей. Команда «Конаково онлайн» поздравляет всех с Днем Победы. Вечная память тем, кто не вернулся. Долгих лет жизни тем, кто остался жив. Подписывайтесь на «Конаково онлайн». С вами была Настя. С Днем Победы, друзья!